Здравствуйте, меня зовут Маша Тимохова, мне 16 лет. У меня очень интересная жизнь. Я много чем занималась и сейчас продолжаю заниматься. И мне очень нравится пробовать себя в разных областях творчества. Я отзывчивая, я трудолюбивая, иногда я могу лениться, я же человек. Я могу прийти на помощь, поддержать морально и физически. Я многосторонняя, мне нравится меняться, мне нравится менять что-то в себе, внешность. Мне нравится узнавать что-то новое, заниматься саморазвитием. Я вот такая. Я занималась конным спортом. Я не могу там долго скакать на лошади галопом по Европам, но, в принципе, уверенно сидеть на ней я могу. Я занималась по видеоурокам фигурному катанию. Обучалась игре на укулеле, танцевала с батоном и сейчас, собственно, танцую. И, в принципе, любое физическое действие, которое мне нужно выполнить, если я прям этим горю, я смогу это сделать. Я бы, в принципе, хотела сниматься в кино. У меня нет такой четкой роли, но, наверное, это что-то в сторону исторического. Мой любимый фильм «Маленькие женщины», я обожаю эстетику этого фильма, я пересматривала его несколько раз. И, наверное, это что-то приближенное к этому фильму, к, возможно, даже сюжету, потому что мне нравится история людей, просто следить за их взрослением, за тем, как они проживают жизнь, причем у каждого она разная. И причем они делают это в эстетике этого фильма. Это очень классно. Меня вдохновляют люди. То, что они делают, то, как они выглядят, то, как они ведут себя. Это, наверное, самый сильный пример, потому что ты видишь человека и понимаешь, что ты можешь так же. И если он смог, то и у тебя получится. Иногда прям вот, чтобы вдохновиться и чтобы реально найти в себе силы что-либо делать и двигаться дальше, нужно просто посмотреть на человека. Просто уделить пару минут общения с ним или просто посмотреть, как он выглядит, и вспомнить у себя в голове, что этот человек сделал, и понять, что ты тоже так можешь. Актер. Это человек, который проживает максимально интересную жизнь, потому что у него есть возможность попробовать за одну жизнь несколько жизней сразу. Это человек, который дарит людям эмоции. Очень правильные эмоции, которые не похожи на те, которые мы испытываем в обычной жизни, потому что эмоции после просмотра фильма — это что-то другое. И, в принципе, это такой художник, работающий со смыслом.